Друзья, мы продолжаем с вами рассматривать новинки от компании «Надоба». И сейчас у нас на обзоре набор посуды «Олина». В набор входит 4 элемента. Это, соответственно, 3 кастрюли и 1 ковш. И они имеют объемы. Самая большая кастрюля 6-литровая. Средняя кастрюля 3,2 литра. Чуть поменьше кастрюля 2,1 литра. И ковшик 1,5-литровый. Вот он как раз и попался нам под руку. Давайте посмотрим его подробнее. Переходим к кастрюльке. Кастрюля 2-литровая, тоже достаточно удобная и необходимая в домашнем хозяйстве. Что тут хочется отметить? Удобные ручки, которые снабжены силиконовыми вставками. Эти силиконовые вставки не будут скользить, если кастрюля мокрая, да, там, если вы, допустим, помыли и сразу взяли после этого в руки. Также такие же вставки есть на крышке. То есть на верхней части крышечки присутствует также силиконовая вставка. Помимо этого, у крышки есть силиконовый ободок, то есть под нее не будет выбиваться пар. Она очень плотно, герметично садится на корпус. А для выхода пара у крышки вот с этой стороны есть специальный клапан, специальное отверстие для отвода пара. Следующая кастрюля 3-литровая, чуть побольше, такого среднего размера. Она, в принципе, идентична маленькой кастрюле, да, у нее также есть резиновая вот эта силиконовая вставочка, ободок на крышке. Такая же удобная эргономичная ручка с силиконовой вставкой. Ручки у кастрюли не нагреваются, да, то есть, соответственно, вы можете без прихваток спокойно их брать, не боясь обжечься. Это достаточно удобно. Так, и у нас есть большая кастрюля. Большая кастрюля, в принципе, все то же самое. Что тут хочется отметить? Что хочется отметить? Все кастрюли выполнены из стали 1810. Это пищевая нержавеющая сталь, из которой, в принципе, делается большинство посуды для приготовления пищи. Помимо этого, у кастрюль капсульное дно, которое распределяет равномерно тепло по всей площади дна, да, и позволяет не пригорать продуктам, которые находятся внутри кастрюли. А также эти кастрюли подходят для любых типов плит, для индукционных, газовых, электрических, для стеклокерамических панелей. То есть никаких ограничений в плане использования на кухне нет. Вы можете на любой плите использовать абсолютно без проблем. Также посуду серии «Олина» можно мыть в посудомоечной машине. Она также для этого подходит, и это очень удобно, потому что сейчас все больше и больше посудомоечных машин на кухнях, и часто такой вопрос мы получаем от наших покупателей. Также, что хотел еще отметить по этому набору, он очень эффектно выглядит, то есть такой стильный современный дизайн, как раз он подойдет для хай-тек кухон современных, да, и для модников, которые хотят на своей кухне такой привнести некий элемент современного дизайна, он точно понравится таким людям, и он будет, безусловно, очень эффектно смотреться. Надеемся, что вам понравился наш видеообзор. Подписывайтесь на наш канал Fismart.ru, ставьте лайки. До свидания.